Здравствуйте, друзья. Вот, следую вашим советам. Вы не раз мне писали: Владимир, поставь защитный круг на болгарку. Все, круг есть. Приятель нашел, выделил мне его. Так что пилю теперь в защитных очках и с кругом. Ребят, всем привет! Меня зовут Владимир Белов, вы на канале Деревня Окунева. Сегодня 14 ноября, замечательная дата. 14 ноября! Много лет назад я был призван в армию 14 ноября. Служил я в ракетных войсках стратегического назначения, отдельный инженерно-саперный батальон. 14 ноября, это был понедельник. В понедельник, говорят, корабли не выходят в море в плавание. А вот нас отправили. Так что вот такая сегодня у нас такая погода стоит хорошая. Да, коты. Снимаю на Соньку 625-ю. Собаку отвязали. Идет снежок. Было минус 5. Сколько градусов? Минус 3. Хотел я показать вам совсем другое. Здесь стоит мой трактор. Сегодня ездил в Муромцево и купил я цепи. Купил цепь, 7 метров цепей купил. Для того, чтобы поставить перемычки. 7 метров цепей. Вот это самая большая, самая крупная цепь, которая у нас в Муромцево продавалась. Звенья стоит 1 311 рублей. Метр такой цепи я взял 7 метров, разрежу ее и сделаю по 2 перемычки на каждое колесо. Вот так вот. Здесь же я еще купил болты, гайки. Вот так. Так, что я сейчас отдал? 2 482 рубля. Да, 2 482 рубля. Болты, гайки, самые большие болты, которые были, самые толстые, на 12 гайки, шайбы. Вот так. Смотрел я в интернет-магазине Нева, Кировская область, город Киров. Там продают шлеи на задние колеса, 2 шлеи. Стоит 10 тысяч там с чем-то. В Омске в магазине Енисей сервис стоит 2 шлеи на задние колеса 17 тысяч. Ну, 17 с копейками. Вот разница. Я поставлю. Можно, конечно, самому сварить это все. Но, короче, поставлю я просто. Зимой я очень редко, мало езжу. Цепи нужны для того, чтобы трактор, ну, не буксовал, если вдруг будет оттепель какая-то или будет не под силу. Я уже, наверное, показывал вам не раз, говорил, у меня есть вот такие цепи, но они очень короткие, их надо соединять. Может быть, буду соединять, может, не буду. Вот это старинные цепи старого образца. Ну и вот есть у меня несколько таких цепей, это с транспонтеров, скрипки, говно чистить. Раньше был, я говорил, грузил в свое время железо, и был целый ковшик, привез таких цепей. Ну, все так разошлись куда-то, туда-сюда. Время уже 4 часа, и, короче, такая вот система. Сегодня я не буду заниматься цепями, сейчас покушаем и пойдем со скотиной управляться. Вот такие цепи, надеюсь, будут ходить. Ну а что они не будут ходить? Где-то примерно посчитал, на 1,50 м где-то надо мне в среднем вот просунуть, закрепить их через дырку. Так что вот напротив сделаю по 2 перемычки. Если будет мало, вдруг мало будет, поставлю, съезжу, куплю еще.
еще потом, в принципе. Потом можно сделать так вот перемычек на... Купить длинную такую цепь, несколько метров, и самому сварить. Но это видно будет. Пока что перемычки сделаю. Вот так. Вот так, ребятки. Вот, не знаю. Тестирую камеру. Короче, вот так вот. Ну все, на этой ноте я завершаю вещание. Все, пока. Пришла зима, нужно возить сено. Почему не возил сено по осени, когда было мало снега, когда не было мороза? Отвечаю, стояла погода дождливая и дорога в одном месте была очень плохая, не проехать, не пройти. Пришла зима, без цепей на задние колеса, точнее сказать, без перемычек, никак не обойтись. Съездил в Муромцево, приобрел вот такие вот цепи. Самые большие цепи, которые были в продаже, 311 рублей метр. 7 метров должно хватить. Разделю их на две половинки. На одно колесо по две перемычки поставлю, на другое поставлю по две перемычки. Вот так вот. Поставил на это колесо перемычки, на это поставил, ставил я их крест-накрест. Использовал самую доступную цепь, которая была в магазине в Муромцево. Закрепил болтами, законтрагаил, затянул их. Вот здесь использовал старую цепь. Старую цепь, соединил ее болтом, так что у меня вышло немного даже бюджетно. А здесь, я думаю... Пространство между колесом и крылом будет достаточно хватать, и задевать здесь ничего не будет. А вот в этой стороне, вот тут вот здесь, проблемка вот такая вот выйдет, возможно. Ну, посмотрим, здесь стоит вот растяжка у меня, которая крепит чулок и костыль, стойку куна, погрузчика. Вот, вот это все так, что-то... Фокусировка стала пропадать снова. Условия недостаточной видимости. Здесь вот два пальца. Но я думаю, что буду надеяться, что это будет хватать. Отодвинуть, в принципе, можно отодвинуть. Переставить его туда вот чуть-чуть. Вот. Но тогда тут он задевать будет за лестницу. За лестницу вот это. Ну, посмотрим. Может быть, не будет задевать. Здесь эта маленькая цепь как раз подойдет. Вот. Будет хватать этого места. Вот. И здесь также я поставил на болты, соединил их. Здесь у меня даже чуть-чуть вышло с запасом. Трактор подготовленный. Готов к труду и обороне. Все нормально, исправно. Ждем снега. В деревне снега многовато. И, в принципе, ну, не многовато, нормально. А вот на лугах, там снежков немножко маловато. Сегодня у нас было минус 8 ночью. 15 ноября. Будем ждать, чтобы еще чуть-чуть добавило снега и еще чуть-чуть морозика. Ну, все равно в ближайший день, два, три будет свободное время, надеюсь. Съездим, привезем по стажку. Все, на этом все. Оставляйте свои комментарии. Добрые, хорошие, злые. Пишите, будем отвечать, будем снимать, будем смотреть. Все, на этом все. Сейчас. Сворачиваю переноску, идем пить чай,
И потом идем убираться. Время в деревне, да и не только в деревне, везде это очень ценный продукт, ценная валюта. Очень серьезные в наши дни.